невозможно пройти весь чемпионат или там большое какое-то определенное количество игр, чтобы так все было гладко, чтобы все получалось. И важно, что мы показали характер, что мы хотим двигаться дальше, что мы хотим радовать своих болельщиков. И, наверное, чтобы занимать какие-то высокие места, нужно через это пройти и уметь отыгрываться в тяжелых ситуациях. Ну, выше настроенные сразу с первых минут. Показали, кто хозяин, все дела тут. Гол забили со штрафного. Для меня это самое легкое, когда играют по зонам защитники. Вот. Ну и получилось так, что я выскочил первее защитника, и он отбил, вратарь отбил, и я с добивания забил. Вот. Вроде все сложилось так, как хотел. В первом тайме больше доминировали над соперником, во втором уже такая более вязкая игра пошла, как качели, можно сказать. В одну и в другую сторону постоянные атаки. Сегодня было очень много голов. Давайте так, выделим самый гол, который больше всего вам понравился. И, ну, из трех, который больше всего не понравился, может быть, даже разозлил. Да все три не понравились, потому что, безусловно, это плод соперников, да, но есть опять чисто тактические нюансы по расположению наших игроков, которые должны были и при штрафном вбегать, а не смотреть игру, и первый мяч при потере у нас не было баланса определенного, которого должен быть. Про пенальти я не буду ничего говорить, здесь как бы сложно оценивать, потому что я не видел со своей точки. А голы, которые забиваются, они всегда любые радостные и хорошие мячи. И Сережа Ильин очень хороший мяч забил. Да все мячи приносят удовольствие, и самое главное, что эти мячи приносят удовольствие нашим болельщикам. Не думали об этом о счете, какой бы, может быть, хотели свою игру показать? Отталкиваемся от своей игры всегда. А наша игра – это какая игра? Комбинационный футбол с изобилием моментов и с меньшим количеством брака, как сегодня и в предыдущих играх. Если в целом брать первый тайм, показалось, что где-то минут на 20 упустили инициативу, ну и так дали чуть больше воли Уралу. Почему так произошло? Отдали им инициативу, немножко расслабились, можно сказать, что не стоило делать, потому что почувствовали, так сказать, мы и дали чуть-чуть слабиночку у себя. Вот. Ну, после первого тайма нам главный тренер дал наставление, чуть подсобрал нас, и мы вышли уже настроенные с новыми силами. Сложно ли было собраться, когда начали уступать 3-2? Ну, может быть, была где-то недоконцентрация, и сразу же потом пошли отыгрывать мяч. Урал низко сел после третьего забитого гола, и мы пошли забивать. Да нет, в принципе, мы знаем свои силы, мы знаем, как играть, нам тренер объясняет, и... В принципе, как говорится, они забьют сколько смогут, а мы сколько захотим.